Приветствую всех на канале. Глянем, что по ссылке. По ссылке у нас наборчик. Это радиоконструктор. И я догадываюсь, какой это левитатор ультразвуковой. Значит, ну тут давайте посмотрим, что есть. Жаль, схемы нету. Вот в комплекте это недостаток. Но вроде все остальное. То есть все детали должны быть. Должны. Вот они. Имеются. Вот. Здесь два чипа, получается, на плате они обозначены, STC15F104 и у нас TC4427. Ну и детали все хорошо обозначены, так что без схемы мы это все соберем. Тут есть даже интерфейс с напряжениями, вот. Но он, наверное, не пригодится, но вообще предусмотрен такой интерфейс. Вот, ну давайте собирать данную схему. Вот, тут вот они чипы. Начнем сборку с этой платой. И сначала рекомендуется спаять чипы, потом уже элементы повыше по размерам, для того, чтобы удобно было паять. Вначале я рекомендую запаять все чипы. Причем обратить внимание на полярность, которая обозначена точками на корпусе, соответствующей первой ноге. Для удобства пайки рекомендуем сначала запаивать низкие элементы. Это резистор вначале, затем монолитные конденсаторы, затем светодиод и электролитический конденсатор. Светодиод и электролитические конденсаторы имеют полярность. Плюс можно определить по длине ноги, она самая длинная. В последнюю очередь запаиваем разъем для питания. Теперь осталось запаять ультразвуковые излучатели. Вот запустил его, 12 вольт. Вот он висит, шарик. Вот так. Но его надо подвесить, то есть не сразу он так попадается. Автоматически встает, а вот его надо подобрать такое расстояние, чтобы он висел, видать, расстояние равновесия. Вот. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться на канал, будет много чего интересного. Пока.